Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие девочки и мальчики. Здравствуйте, давно не виделись. Сегодня я переехала, кстати. Хожу по кухне, брожу, кухня большая, хорошо. Ничего не сделано, можно со всех сторон снимать. Ладно, это отступление. Сегодня я готовлю салат «Завтрак туриста». Я еще в прошлом году обещала его приготовить. У меня эта страница такая заезженная, что тут даже кое-что, какие-то ингредиенты не были написаны, например, соль, просто сколько ее нужно. Турист знатный. Да, этот завтрак туриста, этот салат, мы его брали по весне на дачу с собой, когда куда-то ездили, так как закуска, знаете, такая палочка-выручалочка. Взял котлет, нажарил, и вот этот завтрак туриста запечатанный. В общем, будем готовить. Я, как всегда, на полрецепта приготовилась, ну, вам напишу под видео полный рецепт. Я взяла для этого килограмм помидор. Можете резать их кубиками. Можете потереть на терке, как я. Кожицу нужно с них снять. Я взяла полкилограмма перца. Его можно порезать кубиком. Вообще резать в этом салате, шинковать, резать, не знаю, как там еще назвать, можете как вам угодно. Я вообще к этому нормально отношусь. Можете морковку вообще крупно-крупно порезать, но я ее потерла. И также я покрошила лук. А сколько морковки-то? Сколько всего? 500 грамм лука, 500 грамм моркови, 500 грамм перца, килограмм томата, 125 грамм риса, 150 миллилитров подсолнечного масла, 120 миллилитров 9% уксуса, соль по вкусу. Будем с вами сыпать, и я вам покажу, сколько насыплю я. Что мы для этого салата делаем, для этой заготовки? Берем, выливаем томат, высыпаем перец, не той стороной вам показала, извините, лук, морковь. Обалденный салат, вы даже не заметите, как вы его приготовите. Обалденная закуска. Теперь выливаете сюда масло и ставите кипятить. И кипятите это все 20 минут. Когда закипит, 20 минут, замечаете. И остались у нас неиспользованные ингредиенты. Рис, уксус и соль. Пока не соль мы добавлять будем по вкусу уже в конце почти варки. Рис мы добавим через 20 минут. А уксус мы добавим перед тем, как закрывать банки. Ставим на плиту, прикрываем крышку и ждем, пока закипит. Все у меня закипело, будет кипеть 20 минут. Можно в это время заняться баночками. Крышечки я прокипятила, но я их еще горячими сделаю. И банки у меня уже два раза постерилизовались. 20 минут времени прошло, все прокипело. Я высыпаю сюда рис, залезла ложкой, и насыпаю вот ложку соли. Перемешиваем. Тщательно перемешиваем. И готовим это 40 минут. Пока у меня готовится завтрак туриста, мы с Юрой время зря не теряли, начикали перец, нарезали на зиму, чтобы не покупать. Зимой он дорогой, поэтому я каждый год его замораживаю. У меня даже еще с прошлого года есть пакетик. Ну вот, если кому-то это интересно и пригодится, то, пожалуйста, замораживайте. Очень вкусно зимой готовить. Тушить овощи, запекать, все что угодно делать. И вам этот перчик пригодится. За 5 минут до готовности выливаем уксусную кислоту. Не кислоту, а что там я, уксус 9% столовый. Перемешиваем. И готовим еще 5 минут и закрываем в банке. Итого прошло у нас 40 минут. Начинаем раскладывать по банкам. Больше я не солила. Если вам соли мало, попробуйте на вкус, то можете добавить.
все закрываем крышечкой и в горячее тепло. Закуска «Завтрак туриста» готова. Очень вкусная. Прям хочется уже попробовать. Горячая. Если вам понравилось, рецепт простой. Как вы знаете, я люблю такие рецепты. Вот из того количества продуктов, что я вам показывала в полурецепта, у меня получилось 5 полулитровых баночек. Соответственно, если на полный рецепт будет 10. Еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть для вас попробовать, для всей семьи. И теперь мы это все накрываем и до полного остывания. А я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего только наилучшего, мира, добра, хорошего настроения. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока-пока.